В 19 часов в эфир выйдет очередной выпуск новостей. И вот о чем сегодня готовы рассказать журналисты. В Великоустюгском районе начали заготовку торфа для чернения льда на реках. По итогам 2015 года следственный отдел по Великоустюгскому району признан лучшим в области. Секрет успеха следователей узнавал Андрей Жилин. 15 лет со дня образования отмечает детская общественная организация «Ювента». Благодаря ей руководство и воспитанники детского дома участвуют во многих мероприятиях, которые проходят в нашем районе. На юбилее побывал Юрий Воронин. Тысячи молодых ребят сегодня несут воинскую службу в рядах российской армии. Среди них немало наших земляков. И для каждого из них очень важна наша поддержка, особенно с малой родины. Поддержать военнослужащих могут все, принять участие в акции «Подарок солдату», как это сделали курсанты речного училища, узнавала Евгения Шемякина. Также сегодня в эфире программы «Частный вопрос. Время перемен» и «Подарочки от парочки». Встречаемся, как обычно, ровно в 19 часов.